15 декабря барнаульцы смогут купить главный символ Нового года – живую елку. Официально торговать елями можно с начала декабря, но старт массовым продажам начнется 15 числа. Для этого в Барнауле выбрали 72 площадки. Больше всего елочных базаров развернется в индустриальном районе города. Торговые точки обещают празднично украсить, на каждой из них будут представлены разные по высоте и пышности деревья. Стоимость новогодней красавицы – от 500 рублей.